Внимание! Для защиты себя и окружающих от коронавируса COVID-19 существуют следующие рекомендации. В случае плохого самочувствия ограничьте контакты с другими людьми и пользуйтесь медицинской маской. При чихании или кашле прикрывайте нос и рот одноразовой салфеткой. Если нет такой возможности, сгибом локтя. Салфетку выбросьте сразу после использования в закрытую урну и вымойте руки. При появлении повышенной температуры и кашля обращайтесь за медицинской помощью. Если вам необходимо ухаживать за человеком с симптомами ОРВИ, пользуйтесь маской и мойте руки после каждого контакта. Соблюдайте эти рекомендации и обратите на них внимание своих близких, особенно пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Будьте здоровы!